В Москве арестован мужчина, который сознался в убийстве девушки-промоутера. Трагедия произошла во вторник возле метро «Люблино». 25-летняя сотрудница мехового магазина слишком громко, по мнению жителя соседнего дома, зазывала клиентов на улице. Печальное стечение обстоятельств. Это был ее первый рабочий день. По словам арестованного, стрелял из-за стресса и плохого убитого не желал. Ружье, из которого раздражительный мужчина выстрелил в девушку, официально не зарегистрировано. Под стражей он будет находиться до 26 марта.